Ну вот, я вышила волосики для всей головы, которые у меня остались от пучка волоса. Я ими прошила некоторые части, в каждую вставила иголочку и прошила. Это очень длительный процесс. И также я уже отрезала кусочек ниточки и также иголочкой прошила места, которые остались у меня не заполненные волосами. Теперь нам с вами нужно сделать ободок для Золушки. Делать его на самом деле очень просто. Мы оставляем такой хвостик, чтобы потом нам можно было пришить его, да, такой подлиннее. Делаем петельку начальную и вяжем цепочку из воздушных петелек, равную обхвату головы. То есть вот прикладываем каждый раз эту цепочку и смотрим, насколько нам хватает длины. У меня получается первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давайте померяем. Я думаю, что мало. Нужно еще. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Такой длины, я думаю, вполне достаточно. Делаем одну воздушную петельку для подъема. И в каждую воздушную петлю вяжем по столбику без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25 и последняя, 26-я петелька. Мы ее вяжем соединительным столбиком. Ниточку закрепляем и обрезаем. Оставляем кончик такой по длине для пришивания ободочка к голове с другой стороны. Я вам покажу, как я протягиваю. Так, между этими ниточками делаем аккуратный узелочек. Очень-очень аккуратный. Теперь прикладываем к нашей Золушке воздушными петельками ближе к пучку, таким образом. И пришиваем. Подкалываем здесь булавочками. Той ниточкой, которая у нас с вами покороче, мы пришиваем ободочек с одной части головы.
стараемся сделать это как можно аккуратней. И хвостик этой нити я вывожу в голову. Здесь эту нить сильно-сильно натягиваю, обрезаю практически под корень. Теперь аккуратно крючочком подправляю. Вот одна сторона у меня пришита. Теперь вставляем нить в очень длинный конец и прошиваем ободок через голову до другой стороны. Стараемся также максимально аккуратно это все сделать. Просто его нужно прихватить, чтобы он у нас с вами никуда не убегал. Расстояние между петельками может быть побольше внутри головы, а снаружи буквально один столбик мы захватываем. Просто фиксируем его на голове. При этом очень сильно не затягиваем, а если видели, что затянулось, немножечко подправляем, чтобы он у нас сильно не был таким въевшимся в голову. Выводим в конец ободка и фиксируем нижнюю часть ободка. Здесь мы аккуратно закрепляем ниточку. И прячем хвостик в
внутрь головы точно так, как ты делали с другой стороны. Сильно-сильно натягиваем. Обрезаем. И здесь подправляем. Ну вот, ободок для моей Золушки готов. А теперь я прошлую Золушку, когда делала, у меня были нормальные полубусинки. Сейчас у меня полубусинок под рукой нет. Купить их у меня сейчас негде. Я взяла одну обычную бусинку и просто ее пополам разломила. Теперь на клей момент кристалл я приклеиваю эти полубусинки, которые у меня получились. Сильно много клея здесь не нужно. Буквально немножко. Ободок на шею моей Золушки я делала из ниточки ирис. Просто в районе головы несколько раз обвила эту ниточку. Сзади я ее аккуратненько завязываю. И лишние кончики тоненьким крючком я прячу внутрь. Можно это сделать с помощью иголочки. Вот такая. На шейке у нас красивая штучка получилась. И, конечно, это по желанию. Я декорировала еще прическу бантиком сзади. Я взяла пряжу голубого цвета, сделала магическое кольцо. Закрепляем ниточку. И в это магическое кольцо вяжем воздушная петля, столбик с одним накидом, 5 столбиков с двумя накидами, первый, второй, третий. Четвертый. Пятый. Столбик с одним накидом. Соединительный столбик. Две воздушные петли. Столбик с одним накидом, 5 столбиков с двумя накидами, первый, второй, третий,
четвертый. Пятый. Столбик с одним накидом. И соединительный столбик. Ниточку закрепляем и обрезаем, оставляя небольшой кончик для пришивания. Теперь магическое кольцо мы плотненько стягиваем. И у нас с вами получается вот такой вот бантик. К этому бантику я пришиваю бусинку. И сам бантик пришиваю к голове задней части пучка. Я это сделаю за кадром, здесь совсем неудобно. Теперь я взяла обычную швейную ниточку и иголочку с тоненьким ушком. И у меня есть вот такой вот бисер. И я буду делать декор вот в этой части пучка. Заводим иголочку аккуратно в район нашего с вами бантика. Я буду пришивать в две ниточки. Из двух ниточек я сделала узелок и таким образом закрепляю. Нанизываем бисер такой длины, чтобы нам хватило продеть его полностью до на весь пучок, вот до сюда. Прокалываю пучок насквозь. Иголочка у меня коротенькая, видно плохо. Я надеюсь, что вы поймете. И вот таким образом аккуратно пришиваем. Здесь я спущусь чуть-чуть пониже. И с другой стороны делаем точно так же. По другой стороне я также нанизала. Здесь мы ниточку закрепляем. И последний штрих, это я рисую щечки, чуть-чуть ниже глаз, аккуратненькие маленькие щечки. Это у меня масляная пастель, можно сделать обычными румянами. И с другой стороны точно так же. И вот моя Золушка готова. Такая она получилась красивая. Мне кажется, очень похожа на Золушку из мультфильма. Конечно, я, как всегда, сделала все по-своему, да, немножечко изменила ей прическу. Можно, конечно, было оставить в том виде, в котором она была, но мне хочется именно так. Не знаю почему. Для меня лично напрашивается этот бантик. Этот. Мне кажется, это очень красиво. Так, поправим челочку. И на этом наш с вами урок заканчивается. Я надеюсь, что вам здесь все понравилось, все было понятно. Если какие-то вопросы у вас возникают, обязательно спрашивайте в комментариях. Делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо и пока-пока. До новых встреч!